Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографией. Французская художница, академистка, представительница реализма Вирджини де Монбретон. Родилась в семье художника Жюля Бретона, племянница художника Эмиля Бретона. Первые уроки живописи получила у отца. Творческую деятельность начала в раннем возрасте. В 1879 году впервые выставилась в Париже. В 1883 была награждена золотой медалью на международной колониально-экспортной выставке в Амстердаме. Свои картины выставляла в Парижском салоне. В 1880 вышла замуж за художника Адриена де Мона. В 1895-1901 годах была президентом Союза художниц и женщин-скульпторов. Была в делегации французских женщин-художниц, представленной на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго. В 1894 была награждена Орденом Почетного Легиона. В 1913 избрана членом Королевской Академии Изящных Искусств Антверпен. Работы художницы ныне хранятся в художественных музеях Амстердама, Лилля, Лувра. Умерла 10 января 1935 года в возрасте 75 лет. Ну вот так вкратце из переводной Википедии французской художницы, академистки, представительницы реализма Вирджини де Монбретон. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.